Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптофтеев. Сегодня мы с вами разыграем XRP, те, которые мы обещали, да. И, естественно, мы сегодня определим победителя, кому же достанутся XRP. Напомню вам, что конкурсы у нас проводятся довольно-таки часто, поэтому можете подписаться на YouTube-канал. Что от вас нужно? Это подписка на YouTube-канал, позитивные комментарии, лайки. И, соответственно, также вы можете, чтобы получить дополнительные токены XRP, подписаться на телеграм-канал мой, где мы делимся результатами торговли. И, например, еще 14 апреля, до того, как XRP упал, мы зафиксировали плюс 140% прибыли. И также мы делились, собственно, тем, что в приватной группе определили движение биткоина наверх. Как только таргет будет взят по биткоину, мы расскажем, какая здесь цифра была, докуда биткоин должен был дорасти. Поэтому подписывайтесь, то есть здесь тоже очень интересный материал. И если вы подписаны на телеграм-канал, то вы сможете получить дополнительные токены XRP. Давайте сейчас определим победителя. Традиционно мы это делаем за последние там 10 роликов. Те люди, которые, значит, активничали, мы будем выбирать победителя. А давайте начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот 10 видеороликов, да. Соответственно, из этих 10 видеороликов мы заходим на RentStuff, мы обновляем с вами страницу RentStuff, чтобы не было каких-либо вопросов, что кто-то был там из своих, типа как определен победителем. Заходим на числа, да, и здесь мы с вами, собственно, генерируем, значит, числа от 1 до 10. Где это наши с вами видеоролики, последние 10 видеороликов, да. И, соответственно, давайте мы сгенерируем. Победитель у нас находится на 4-м видеоролике. Давайте сейчас перейдем на канал. 1, 2, 3, 4. 4-й видеоролик — это Ripple, крупный капитал идет из, значит, биткоина в Ripple. Соответственно, мы заходим на Uncle. Здесь опять-таки тоже обновим страницу, чтобы не было каких-либо вопросов от тех, кому, значит, потенциально принадлежали бы XRP. И здесь мы видим, что да, действительно, просмотров 16 с половиной тысяч. Давайте опять-таки зайдем. Да, здесь 16 тысяч просмотров, да. И, естественно, выберем победителя. Рандомайз. Жду чудо, как 10 лет назад. Комментарии Сергей Франчук. Собственно, у нас победитель. Давайте зайдем на YouTube-канал и посмотрим, подписан ли Сергей Франчук на меня. К сожалению, здесь я не могу увидеть, подписан ли этот человек на меня, потому что здесь практически ничего нету. Это мог зайти рандомный человек, просто написать комментарий. А мне очень важно, чтобы вы были подписаны на меня. Поэтому мы идем дальше, к сожалению. Сер Коп написал отличный обзор. Давайте зайдем на его канал, здесь я вижу подписки, давайте зайдем в каналы, и здесь я вижу, что есть мой канал, Криптофатеев, поэтому здесь нареканий нету, то есть у нас Серкоп выиграл XRP, поэтому опять-таки призываю вас, конечно же, участвовать в розыгрышах XRP, в дальнейшем они будут чаще и чаще. Дело в том, что из-за того, что рынок был сильно волатилен, мы не могли распылиться, да, и опять-таки разыграть там XRP более быстро. Поэтому сейчас мы будем, в принципе, браться за розыгрыши, да. И опять-таки, если вот этот человек подписан на телеграм-канал, то просьба, конечно, уведомить меня, и мы дадим там дополнительные токены XRP. Поэтому здесь тоже приветствуется подписка. Не путайте мой телеграм-канал в телеграме с мошенническими, потому что у меня вот такой Криптофатеев, да, соответственно, тег, вернее, не тег, а юзернейм телеграм-канала. И не путайте меня, потому что у меня тоже вот мой аккаунт, да, соответственно, Криптофатеев, биткоин трейдеры. То есть важно тоже, чтобы вы не путали, потому что
мой ник Игорь Фатиев, да, и тут юзерним Крипто Фатиев, потому что многие нарываются на мошенников, и мошенники сейчас обрели сил, потому что хайп криптовалюты, поэтому они действительно вот так вот легко ведут свою бурную деятельность. Поэтому здесь мы с вами определили определенного победителя, это Серкоп, поздравляю. Можешь написать свою почту, либо отметиться в комментариях, да, и мы, соответственно, свяжемся. Ну, лучше, конечно, напиши свою почту, чтобы мы могли с тобой связаться, определить, что это действительно ты, ты подтвердишь то, что это действительно ты, да, и мы отправим тебе XRP. Ну, а с вами был Криптофтей, всем удачи, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на Telegram, не забывайте про VIP-группу, не забывайте про бота, и до новых встреч.